1 февраля завершен прием заявлений на участие в едином государственном экзамене в 2022 году. И уже после этой даты изменить предметы по выбору выпускники смогут только при наличии уважительных причин, которые нужно будет подтвердить документально. И соответствующие документы можно будет направить в Государственную экзаменационную комиссию в Камчатском крае. Но сделать это следует не позднее, чем за 2 недели до соответствующего экзамена. В целом, государственная итоговая аттестация планируется в штатном режиме с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. И традиционно в Камчатском крае на базе педагогического колледжа будет организован региональный ситуационный центр онлайн-видеонаблюдения, в котором студенты высшего и среднего профессионального образования смогут принять участие в экзаменационной кампании в качестве общественных наблюдателей. И, конечно, напоминаем о том, что с 2022 года контрольно-измерительные материалы ЕГЭ обновляются с учетом федерального государственного образовательного стандарта, и уже сейчас демо-версии материалов размещены на официальном сайте Федерального института педагогических измерений fipi.ru. Причем на данном ресурсе каждый выпускник сможет найти много и других важных и полезных материалов для подготовки к единому государственному экзамену в 2022 году.